Вам времени суток, а перед нами вот такой вот микроавтобус, который я, честно говоря, в своей жизни вижу первый раз. И первый раз слышу такое название «Эбро». Может, это, конечно, «Евро». Интересный микроавтобус. Сначала я, конечно, издалека подумал, что это инкассаторский, судя по цвету. Ну вот, теперь будет чем заняться на досуге. Стекло непонятно запыленное краской, что ли, что-то в таком духе. Вот такая вот панель приборов. Два места. Сзади, если вам видно, решетка отделяет. Тут уже ничего не видно. Такая вот информационная наклейка. Интересный грузовик. На руле шильдика нету. Он, конечно, подуставший. Некоторую малость. Но в то же время достаточно. Воротничек. Может быть, кстати, на фарах есть надпись, где сделана. Кимби. Кимби. В общем, непонятно. Так. Ну да, то же самое, шильдик есть. Дверь полуприоткрыта. Ручки, кстати, вот это от восьмерки вазовской. Родная ручка вот так выглядит. Ну да, похоже. Так, вот внутри бензобак. Кстати, видите, какой маленький горловинка на ключе. Так вот, что написано? Серрада, керрада. Господи, другой рукой, видимо, то у меня цветность меняет. Да. Тут на фонарях тоже не вижу страны изготовления. Кстати, интересная подсветка номера. Видите, еще там лампочки. Красная и белая. Ну, белый задний ход, красная это противотуманка. В общем, вот такой вот интересный грузовичок с вот таким вот шильдиком. Уже сильно уставший. Вот. Спасибо вам за просмотр. И до новых встреч.